Волейбольный клуб «Тверь» провел единственные в нынешнем сезоне игры на своей площадке. В домашнем туре подопечные Сергея Федяева принимали соперников по высшей лиге «Б» – «Волгу», «Чебоксары» и «Саранскабель», «Мордовию» и «Саранска». Тверские поклонники «Летающего мяча» явно соскучились по поединкам профессионалов, и на всех играх хозяев трибуна спорткомплекса «Юбилейный» была заполнена под завязку. Сами по себе матчи получились увлекательными, да и паузы не менее красочными. Клуб «Тверь» на своей площадке смог завоевать половину возможных очков. Подопечные Сергея Федяева в двух матчах с одинаковым сухим счетом 3-0 разгромили «Саранскабель» Мордовию. Однако «Волги» и «Чебоксары» тверетяне также уступили дважды, завершив поединки с результатом 1-3 по партиям. После домашнего тура волейбольный клуб «Тверь» сохранил за собой шестое место в турнирной таблице высшей лиги «Б». До окончания предварительного этапа командам осталось провести по 4 игры в двух турах. В финал за призовые места выходит только 4 лучших коллектива.